Борьба с нелегальным игорным бизнесом в Иванове продолжается. 18 июля сотрудники управления ФСБ России по Ивановской области зафиксировали факт проведения азартных игр в здании спортбара на улице Карла Маркса. На момент проверки в помещении находились контролер-кассир, охранник и 8 посетителей. 31 игровой автомат, записи камер видеонаблюдения, выручка казино и финансовые документы были изъяты. Кроме того, изъяты и будут направлены на исследование устройства, которые позволяли снижать вероятность выигрыша. Материалы о данных фактах будут направлены в прокуратуру для принятия решения о возбуждении уголовных дел за незаконную организацию и проведение азартных игр, а также мошенничество.